Эй, что началось-то? Продолжаем искать Эмили, разгадывать тайну этого городка. Плейлист с прохождением, если что, в описании. Ставь лайк и погнали. Мы остановились, мы вот тут вышли из школы. Я запомнил карту. Вот так бежали-бежали, выбежали. И вот так бежали-бежали-бежали, сюда прибежали. Потому что там какая-то тачка, и она нам поможет забраться в окно куда-то с другой стороны школы или на второй этаж, что-то такое. Блин, вот это, ребята, вот это память. Вот это, конечно, да. Что со мной будет в 30 лет? Это сейчас и мне 17, и такая память хорошая. Ой, так, все, звук починили, все починили, погнали. 5 ингаляторов у нас есть, все есть. Смотри, во, видите, мне надо сюда, короче, подняться. Но! Я возьму и поднимусь. Я хотел что-то еще сделать. Без аккумулятора? Без аккумулятора. Тогда я пойду и что-то еще и сделаю. У меня еще это, аккумулятор на жопе вон сел на фонарике. О, что-то такое, что-то новенькое, подожди, я такое не собирал. Так. Чмо подкрался, смотри. Да, у них есть глаза, реально, вверх ногами голова, шок. У меня все внимание в прошлый раз зубы забрали, вспышка. Это странная штука, идеально крепится к фонарику. Вспышка это, ну, не странная штука, это нормальная такая технология для фотоаппарата. Не знаю, что это, но оно, это вспышка, вот тут написано. Не знаю, что это, но оно ослепляет монстров яркими вспышками. Вот, ты почти догадалась. Вот это слово прикрути к названию вот этому. Короче, понятно все, пригодится. Так, улучшение. Атака вспышки. Если вас окружили, удерживайте F, чтобы оглушить ближайших монстров с помощью вспышки. Заряд восстановится через некоторое время после использования. F нажмите. Так, F. На нахуй! А чё с мышкой? Сука, со вспышкой-то все понятно, а вот с мышкой... Ой, что за листики? Да сядь, блин, на пробел забыл опять. Ой-ой-ой, наблевали. Так, а как там хилиться? На Q? Ага. Ай, наблевали! 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 Что ж делать-то? Блевали всю. А чё я стою теперь? Так, что-то застряло где-то. Так, тихонечко, давайте разбираться. Аккуратно, куда... О, батарейка! Ну все, пизда, мужики. Сюда! Так, ща, молодой. Тихо. Ну или не молодой, не знаю какой. Ща, братанчик. А, нет, это не стелс. Ну ладно, попробую. Просто... блин. Только не плюйся. Мил. Ага, сосать. Так. Просто, короче, когда я со стелсом убивал их в прошлый раз... у меня пол... Ну, за два убийства вся батарея почти сожглась. Так. Проще вот так делать. Все. Хотя и так много батареи сожглось. Ладно. Но они просто меня хоть дезморалить теперь не будут. Ох, этого не может быть! Ля, атака титанов началась какая-то, а чё это реально, нихуя себе. Очень странные дела. Не ожидал таких чудовищ, блин. Привет, а может он добрый? Смотри, он меня изучает. Он классный. Блин, а я думал, мы просто чубриков тех будем жечь и будет скучно. А тут даже такой прикол какой-то есть. Интересно. Ну, мне атмосфера в игре очень нравится. Видно, что она недорогая, бюджетная такая достаточно, но... Прям, блин, атмосфера, что надо сделано. Игровые автоматы. Пожалуй, единственное место в этом городе, которое мне нравится. Точнее, нравилось. Даже поиграть не получается. Обязательно мальчишки все испортят. Да, эти мальчишки тупые, блин. Любят автоматы. И там... Я знаю, что такое мальчишки и игровые автоматы. По крайней мере, компьютерный салон. Ты сидишь, играешь себе спокойно в GTA Vice City или в GTA 3. А приходит женек и говорит... А у меня, я коды знаю. Хочешь, я коды тебе введу? Хочешь? А он, сука, умный, все наизусть знает. Говорит, хочешь, коды тебе введу? Вводит коды, короче, и играет 5 минут. Говорит, смотри, смотри, это вот такой код. Это вот такой код. Он вот так вот делает. И блядь, 5 минут едет куда-то. А ты думаешь, да, сука, дай поиграть. Потом забираешь у него, он долго стоит, смотрит на тебя и такой. А я еще вот такой код знаю. И вообще, можно дуло развернуть. И стрелять, и взлететь. Хочешь, покажу? И играет полчаса, сидит, взлетает, на танке летает. Батарейка. Батарейка восстанавливает заряд фонарика. Да, в зале отлично. Так, игровые автоматы. Можно что-нибудь поиграть? Музычка еще, да, тут хорошая.
Так, эти батарейки пока трогать не будем. А, нам надо аккумулятор найти. Батарейки батарейками, но нам... Да иди нахуй. Я не хочу от них прятаться, это как-то муторно и тупо. Тогда можно вот так вот. Согласны? О, это же этот... Ворон! Крутой мужик, очень круто напал, блин. Молодец, вообще кайф было. Да чё вас так много? Какой-то шутер у нас получился. Я, наверное, должен тут по стелсу плавать. Ползать, точнее. Так, вообще кайф, супер. Ну, мужики, вы засаду сделали. О! Чё-хм-то, блин. Я думал, мы сейчас поиграем в чё-то. Так, это мы не трогаем. Давай сюда залезем. А у нас же есть карта. Так, ну давай посмотрим. А, это просто спрятаться. Ну вот это вот, прикинь, мы бы сейчас тут прятались, зачем-то ходили бы по стелсу. Непонятно. Узнали? Так. Вот это, да? Чё за место? Склад. Что мне не понравилось первый раз здесь? Сколько батареи? Еще много. Заперто с другой стороны. Понял. Так. Ага. Но тут как будто можно подняться. Но для этого надо что-то подтащить. Сейчас еще изучим. Больше ничего такого интересного нету. Если заперто, значит мне скорее всего... Откуда я пришел? Я вот отсюда, да, пришел. Ну пойдем назад, вернемся чуть-чуть. Батарейку запоминаем, что она лежит возле склада. Если что, вернемся. Но она, по-моему, не полный заряд дает, если я не ошибаюсь. Так, хорошо, когда всех убьешь. Хорошо убивать. Эй, хорошо, блин, ребят, на душе сразу, когда убил. Так, нихуя, тут, бля, нормально, почти меня убили. Но есть свое, конечно, свои минусы в этом деле. Так, опа. Это что такое? А, во. Круто, батарейка. Нормально, вот сколько дала? Ну, почти всю зарядила, ну где-то половину, да, наверное, дает одна батарейка. Примерно, может быть, да не точно, чуть-чуть больше половины. Сейчас вот туда сбегаем. А чё, а, выдохлась, а я не зря озвучиваю. Drinks, это написано, на, знаете что, выпиваем, блин, написано. Arcade Games, игровые игры. А, тут написано food, еда. Если что, англичане, теперь вы все, благодарю за то, что побывали на моем уроке английского. Это что? О, еще батарея. Батарея мне больше не нужна пока. О, что-то лежит. Кварц, который я так и не понял для чего. Кварц кровавый, теплый и бьется в ритм сердца. О, вот это надо, тихо. Игровые игры. Ну там так написано, аркадные игры. Ну типа... Ну, знаешь, что такое аркада? Это типа игра. Вот, игровые игры. Так, направо... Блин, почему-то хэп-крада. Хэт-краба ждал. Не знаю почему. Чё это? Чё с камерой? Не понимаю. Что вы мне показываете? А, спасибо. А, это камера. Ракурс переключился. Я думал, мне что-то надо увидеть сейчас очень интересное. Можно было не переключать ракурс, спасибо. Наверное, что-то конченое сейчас на меня нападет. Ой! Ой, реально, конченое! Ля, человек-камера! Прикольно. Это ж камерамен! Скибидип, да-да! Эй, камерамен! Сегодня новая серия камерамена вышла, ребят. Вообще балдеж. Там, короче, новый злодей у туалетов. Нужно быть осторожнее, говорит. Камерамен где-то за окном. Так, ничего не вижу. Что с ракурсом? Так. Угу. Отлично. Ну ладно, похуй, идем. Ну ладно, подождем, сейчас. Надо просто... Это медитативная пауза. Блин, сопли не проходят уже. Неделю как заболел, а сопли не проходят. Обзор, будь на туалеты новые. Но если наберется минут на 10 видосиков, то можно посмотреть, будь вместе. Я больше не буду смотреть серии, все, только с вами. Если 10 минут наберется. А что, сомневаюсь, что это популярно долго будет. Так. Окей. Так, кажется, я поняла. Нужно соединить два огонька. Ну, это что так, изи, смотри. Раз, короче. Потом вот этот, потом вот эту лохматку вот эту. А, вот так. Потом лохматка, короче, лохматка. Ну да, лохматку потом. Так, все, изи. Лохматка там лишняя, током бьет в разные стороны, непонятно. Я как электрика заменил бы ее.
Где-то здесь должен быть аккумулятор. Ну да, где электричество, сразу понятно, что аккумулятор. Что-то же все питает это дело, правильно? Так, вот, выводы хорошо делаем. Есть выключатель электричества? Вот он, вот оно. Это он, странный аккумулятор. На автомобильный аккумулятор не похож. Вроде игрушечного, только большой. Его сделал ребенок? Не знаю. Опять застряло. Опа, камерамен, ребят. А, нет. Что-то еще новое. Блин, как Little Nightmares. Блин, крутая игра Little Nightmares. Что-нибудь бы новое еще. А, это да, это он. Ничего себе, прикольный чел. Какой-то смесь Слендермена. Камеры. Слендермен, жизнь его потрепала. Не-не-не-не, пожалуйста, уходи. Это ему просто в очко камеру затолкал. Он теперь злой, горбатый. Встать не может. Ничего не понятно, ничего не видно. Так. Я, мы не боимся. Мы видим дырку. Мы видим дырку, мы прыгаем в дырку. Изи. Все, пока, лох. Так, сейчас он сюда, да, теперь приползет? Едва сбежала. Блин, а можно было бы очень мрачную, крутую игру сделать? Little Nightmares. Вот так от третьего лица, только очень графонистую на мерзости всякие. Вот это было бы клево. Так же бегать, прятаться от всех. Ну, хотя и так было круто. Так, это надо забрать батарейку, потому что мы сюда уже, наверное, не вернемся. Давай еще раз сюда посмотри разок. Ну что-то он залип. Разочек. Сюда. Сюда. Ну что ты залип там? Ай. Ха-ха. Лох. Эй, ты. Поверни, убери. Во-во-во. Ай, ай. Ай, голова жжет. Да что ж ты? Так. Непонятно. Ты будешь сказать? Убери свою вот эту хуйню. Да что это такое? Что за рандом? Хватит тебе голову сжечь. Ай, пошел нахуй. Все, иди, отстань. Так, ой, ингалятор. Ну ладно, давай постоим. Ладно, может он уберет. Давай, о. Ну вот, а что это такое? Как я должен пробежать здесь? Он прям на проход сюда светит. Я, наверное, его должен как-то... А, у меня 5. Так, ща. 1. А этот возьмем. Так. Может, я что-то кинуть должен? Рыбалка всегда в конце у нас, ребят. Ладно, все, достал. Пока. Тихо! Ну и лох. Так. Ща, на выход нам. Все, достал, да хуйня. Не нравится мне этот монстр. Я не понимаю, как его проходить. Так. Все. Ай, сука, вспышку потратил. Кнопки, да кто ж так делает? На Q ингалятор, на F. Сука, вспышка. На пробел присесть. У человека свое видение управления. Я бы сделал сидеть на Ctrl. Вспышка. На F. Ладно. Пойдет. Так, ну а сидеть на Ctrl? Ну ладно, менять управление для ложков. Надо представить, что это GTA San Andreas. Мне начинает казаться, что Эмили просто использует как наживку для меня. Да. В городе больше никого нет, одни монстры поджидают меня на каждом углу. Да. Может, я просто слишком напугана? Ощущение, что это все какая-то глупая шутка. Да. Я тоже так думаю. Вот все, я об этом всегда и думаю. Какая-то глупая шутка. А я туда не смогу залезть. Придется в обход идти. Ну ладно. Оббежим чуть-чуть. Не, ну боссы прикольные, визуальные. Мне нравится, как сделаны. Классно. Какой Ctrl? Сидеть надо на C. Сидеть, ну или на C, да, согласен. Ингаляторы. Много ингаляторов. Территория школы прямо за этим забором. Да, только тут электричество. А. Не. Что я придумал только что, вообще непонятно. Откуда я это взял? Так, мне надо туда. Давай подумаем. Вот один провод смешивается с этим проводом. Так, генератор. И от него идет еще один провод, и он порватый валяется. Так, то есть вот там все дело, вот там все. Я, видимо, должен с другой стороны просто... Да, я, видимо, не туда пошел. Там, наверное, был нормальный вход. Я помню эту улицу, что мы по ней ходили. Но просто так, как я хотел вернуться назад, там подъем, а мы прыгать не умеем. И меня это как-то сбило с толку.
Ща. Вот. Да, вот. Я думал сюда пойти. Во. Но это выход, опять же. То есть, что мне надо? Да что с камерой? Можно как-то приблизить нормально? Тут я тоже не могу нигде пройти. Она не умеет карабкаться. Она глупенькая чуть-чуть для этого. Это слишком для нее сложное задание. Тут вроде нигде больше пройти нельзя. Ну, значит, я правильно шел. Окей. Сидеть надо на стуле, согласен. Это по факту. Ну, получше бежать смерть. По-любому. По-любому смерть. Может, вот тут налево можно? Нет. Зато есть ингалятор. Зато мы можем попытать счастье бежать по электричеству. Так, ну вот генератор. Хотя бы один бы выключить. А можно вот тут где-нибудь? Нет? Чё за хрень? Кто это придумал? Я не понял. И туда... Если нажать на этот переключатель, можно... Да ты что? Если на него, вот на тот, если нажать, ты имеешь в виду. А как это сделать? Если нажать, говорит. Так. Не, ну я согласен. Если нажать, все будет вообще офигенно. Что я делаю? Так. Банка, может быть? А есть банка? Я ж не... У меня ж банки-то нету. Если бы тут какой-то автомат с банками стоял. Так. Ау! Если бежать по электричеству, будешь бежать и заряжаться, значит, никогда не устанешь. Все логично. Согласен. Так, нет, что-то хрень какая-то. Подожди. Ну вот, мы карту сейчас приоткроем. Вот. Да, по-любому сюда надо идти. Непонятно. Непонятно ничего. Так, там, да, выключатель. Если нажать на этот переключатель, Так, должно отключиться. Ну ладно, а где банку взять, если банку реально? А, о, нихуя. Девочка! Девочка! Тут проход спрятан был, прикинь. Девочка, не уходи, не уходи, не уходи рано. Да, блядь, сука! Кто придумал на F вспышку? Отстой какой-то. Так, пойдем. Там ужасная кнопка F. На какую было бы удобно? На... Не знаю даже. Так, страшно, жутко. У, сука. О, сука. У, блин. Так, это что такое? Тут есть что-нибудь выключить? Нету? На F. Пресс F. Вот реально пресс F. Тихо, присаживаемся. Все аккуратненько. Блин, а можно было... Я бы мог долго не заметить. У меня бывает часто в играх долгий затуп тупо, потому что проход какой-нибудь не увидел. Так. Это что такое? Главное крутить, да? Правильно? Смотри, головоломка изи вообще. Я знаю... Причем вы такие повезло, а я-то знал, что делать. Так. Севич, говорит. Севич. Так, а там что? Подожди. Там что-то интересное сверкает. Опа. Еще этот кварц. Что нашла, блин? Теплый и бьется как сердце. Кварц это круто. Так, кварц это класс. На ю вспышку. Ну, на... Не знаю, на альт. Нормально. Так, во. Все, до свидания. Блин, изи. Девочка, ну ты вообще можешь. Молодец. IQ, наверное, большой у нее. Так. Аккуратно. И все, и там Эмили мы в окне видели. А, вот опять цапли, рыбы. Так. Да. Привет. Кто же это тут пробежал, блин? Кто же это тут был? Сейчас, секундочку. Говорят на своем. Узнали? Все, уходите. До свидания. Не хочу батарейку на вас тратить. Все, пока. Я же вас тут убивал на райончике уже. Почему? Откуда вы опять взялись все? Так, тут пока. Все, пока. Так. Ну-ка. Пошел аккумулятор.
О! А кто управляет лестницей-то? Нормально. Там, видимо, какие-то нейросети. Это кто? О, это опять камерный чувак. Блин, клёвый. А мы, кстати, лезем в школу, а там огненный чувак. Камерный чувак с огненным чуваком потом будет сражаться. Правда, жалко, что против нас. Новая цель. Дойти Эбели до второго этажа. Так, второй этаж. Мы проходили первый. Там огненный чувачок ходит. На втором, видимо, камерный будет проходить. Эмили, это ты? Что это такое? Почему оно похоже на меня? Ну, оно похоже, в принципе, просто на девочек. Да ладно, что ты уж прям, ну, ЧСВ у тебя, конечно. Сразу на тебя. Так. Тихо. Эмили, ты там? Давай орать. О, блин, Little Nightmares. В Little Nightmares что-то было, да? Длина шея, длина что-то там. Отсылки, может, это? Что это за место? Разве это моя школа? Да тебе снится, ты же головой ударилась в лесу. Вспомни. Блин, прикольное место. Второй части, да-да-да, училки, что-то там какая-то. И, глаз? Глаз, привет! О, там, смотри, кукла ходит какая-то живая. Ну, они, наверное, вдохновлялись Little Nightmares, только тут без чернухи. Так. О, что это? Похоже, камень реагирует на свет. Это везде опарыш протянут. А, это не опарыш. Я думал, лицом в опарыша ударился. Так. Потащили отсюда. Так, тихо. Все нормально? Просочимся, не? Не. А чё, в чем прикол тогда? Подожди. И чё это такое? В чем прикол? Так, аккумулятор. Может, влево можно? Вправо? Нет, нельзя никуда. А в чем прикол-то тогда? Так. Не очень понял. Тут пролезть не могу, но видно. Хотя она, мне кажется, и под парту не залезет. Так, камень реагирует на свет. А! Ура! Чё ура-то? Чё произошло? Там же ничего не видно было. Чё ура? Чё-то ура? И до сих пор не видно, чё ура. Так, может теперь туда эта хрень едет? Вот, чё я там взорвал? А, может быть надо эту... Не, непонятно, подожди. Так. Просто ура. Ура. Надо думать. Надо немножко подумать. Я что-то взорвал. Вот тут как будто можно бегать, но мы не умеем прыгать. Так. Ладно, что я зациклился. Мы можем сюда потом вернуться. Посмотрим пока что где еще. Может, я должен что-то положить на комп? Подожди. Может, надо и комп взорвать? Ну-ка, давай посмотрим, что будет. Я убрал телегу, чтобы там что-то взорвать, короче, я понял. Да, комп просто мешал. Комп мешал что-то взорвать, но я даже не понимаю, что я взорвал. Скорее всего, я теперь могу в соседний кабинет зайти, и там какой-то проход. А тут нет соседнего кабинета. А может, вот тут как-то с коридора? Ну, сейчас посмотрим. Ща посмотрим. Опа. Привет, чучело. Не ругайся. Так. Давай вот сюда в уголок хочу заглянуть. Вот, что тут? Да нет, ничего нету. Ну ладно, похер, пойдем погуляем. Там вон какая-то новая дверца приоткрылась. Вот это. Мы тут еще не были. О, привет. Так, тихо. Ой, у них больше прыщей теперь. А, нет, также три. Нормально. Привет, друг! Не прячься! Точнее, не нападай! Я просто хотел застелсить, и у меня слово «прячься» в голове застряло. Стой, в голове насрал! Подожди! Так. Изи. Так, у нас новое помещение какое-то. Мы можем пройти сюда, посмотреть что, а можем залезть наверх. Я выбираю залезть наверх. Интересно же, что наверху. Там-то мы по коридорам еще полазим.
Так, тихо. О! А, ну мы как раз... А, смотри, что-то новое. На первый этаж? Ну давай пролезем, посмотрим, что там. Э, девочка, ползи. Может, ты глиста убрал? А, может, глиста реально я порезал. И дверь поэтому открылась, да. Точно, точно. А потом вдруг из ниоткуда появляется Эмили, и все вверх дном. Здесь как будто землетрясение произошло, а все жители исчезли. Факт. И не поспоришь ведь. Ой, первый этаж, а тут же огненный чувачок. Блин. Ну ладно, это еще не первый. Первый вон он. Так, надо... Эмили! О, нет. Она услышала? Не, нормально. Надо вот газ выключить. Так, что тут? Батарейка. Батарейку пока не берем. Сейчас пацана сожгем. Иди сюда. Пам! Прыщ! Раз, два! И на лбу. Бабах! Все, отлично. Могла бы глаза им выжигать, они же тоже лопаются. Так, сколько батарейки? Еще много. Пока ту не берем, но мы ее запомнили. Если что, она где-то здесь находится. Так. Думай, думай, Артемчик. О чем только, непонятно, но думай. О, куда ты пришел? Игра немного рандомная, я что-то делаю, она проходит. Это, в принципе, и приятно, с одной стороны. Я просто... Последний мой опыт был вечно страданий в играх. И надо было долго искать, куда идти. Плюшевый мишка Эмили. Это точно ее мишка, хоть и немного истрепался. И здесь заперто, нужно найти ключ. Так, войти в 202-ю. 202-я. Окей. Так, нужно найти ключик. Ингалятор. Ну, мне хп никто не может покоцать. Но мы запомнили ингалятор, и он отмечен теперь. Отлично. Так, мы можем вот сюда в коридор куда-то пойти. Пойдем попробуем. Что происходит? Я все время иду за Эмили. Я могу рассказать, что происходит. Ты все время идешь за Эмили. Но осталась на шаг позади, как будто. Настаюсь. Ну, она просто впереди идет. Вряд ли она убегает от меня или нет. Может и нет. Ничего не понятно пока. Так. Ща. Кнопка какая-то. Можно попробовать кинуть банку. Так, по старому совету. Тихо. Пошла. На. Отлично. Мне определенно нужно запастись чем-то там. Не, ну нормально, талантливая девчонка. Газ. Газ. А, не, нормально. Фух. Так, тихо, тихо. Куда я иду? Я даже не посмотрел, куда иду. Ну ладно, иду, иду. Куда-то пролез. Так, тут что, подожди. Вентиляция, наверное, тупиковая, да? Давай посмотрим, от кого-то прятаться. Да, от кого-то прятаться. Запастись баскетболом. Запастись баскетболом хочет. Что это было? Эта штука за окном такая, с длинными ногами и камерой на спине. Ты видела ее? О, прикольная комната, красивая. Так, заряд батарейки. Ладно, давай возьмем. А то все мимо и мимо проходим. Че по телеку? Че за TV Electrics? А, мы можем... Ай, блядь, что это за хуйня? Это нормально? Что это за резкий вброс вообще? Не ожидал я от игры такой подставы. Так громко, ад. Так, ладно. Куда? Зачем это я двигал вообще? Ой, извините. Ну, чисто такой момент был в игре. Для меня лично. А, о. Нет, стоп. Я не могу карабкаться на телек. Я его для чего отодвигаю? Так. Ну ладно, потащили. Сейчас попробуем там куда-нибудь пристроить. Может, надо реально? Сейчас посмотрим. О, а, ну. Да, надо. Вот сюда. Красиво. Так, сейчас, тихо. Давай вглубь. Вот, все, чтобы пробежаться по нему. А что-то тут еще лежит. Подожди, подожди. Нет, ничего не лежит. Так. Эта штука держится на волоске. Угу. Так, на волоске она держится. И... Это означает... Что я... Что? На волоске она держится. Так, понятно. А как волосок оторвать? Кто-нибудь подскажет? Т. Что значит Т? В Little Nightmares тоже какая-то... А, о.
Little Nightmares тоже какая-то тема с телеками была. На. О! Отлично! Баночка шипит. Так, аккуратненько. Эй, блядь, да что началось-то? Ты чё? Сука, глаз! Я не ожидал увидеть глаз на весь экран. Это прикольно. Так, привет рейдерам! Всем привет! Привет ситхам, привет джедаям! Так. Нормально. Тихо, что за вентили? Надеюсь, везде пар выключит. Все, выключили? Да, да, хорошо. Хорошо, да, везде выключили. И это мне чем помогло? А, ну я смогу теперь сюда сходить, и там, наверное, где-то ключик будет. Так, привет, друг, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Тихо, голову тебе прожжем. Страшная точка, ребят, какой-то вообще. Так, подожди. Вот это что за комнатка такая интересная? А птичка? А вот что за птичка? Мы никогда птичку не подбирали. Смотри, тут какая-то... А, о! Ага, наверное, это что-то значит. Мы, по-моему, в самом начале игры что-то с птичкой так делали. Пу-пу-пу-пу-пу. Так. Ща, так, сюда. Я все забыл. Так, вот сюда, все нормально. Движемся. Теперь, о, давай, иди сюда. Ой. Жесть, школьник, сука. Я его не замечал до этого. Иди сюда, чтобы ты мне в будущем не попадался. Так, минус ножка, минус два, минус три, все хорошо. Заряд, что? Заряда много, не знаю, вернусь ли я еще сюда. Скорее всего, мне же в 202-ю, да, 202-я. Да, я еще, наверное, сюда вернусь, поэтому пока не буду брать батарейку. Так. Аккуратно. Тырири, тырири, тырири. А, вот тут возьму, возьму пока что, возьму. И чё, в чём прикол этой двери был? Иди сюда. Так. Бам! Так. Не, прикольно, что в этой игре надо стелсить. Ну, надо и не надо, но стелсить супер невыгодно. Так, у нас есть раз электричество, два электричества. Так, давай посмотрим, откуда кабель идет. Кабель идет так туда-туда и в окно уходит. Ага, ясно. Ща мы... обезвредим все это дело. Так, тихо. Опа! Отлично. Давай сначала сюда зайдем. Что тут? О, чья-то книжка, надо почитать. Давно и книги не читали. Сегодня я обедала одна. Я всегда ем одна. Не знаю, что со мной не так, но со мной никто не разговаривает. Очень хочу с ней увидеться и рассказать об этом, но никак не могу ее найти. Не хочу ей докучать, но мне грустно, и я не знаю, что делать и куда идти после школы. Как только звенит звонок, я бросаю вещи и ранец и бегу к выходу. Я вижу ее в кругу друзей. Хочу догнать, но вот она уже слишком далеко спешит в игровой зал. Это, короче, Эмили пишет про нас. Я, блин, вообще рассекретил все. Сегодня я очень старалась поймать ее у входа, но она меня опередила. Она специально выходит пораньше. Она специально меня избегает. Короче, мы популярная старшая сестра, видимо. А мелкая в шоке все время ходит. А Эмили такая, то там с теми пообщается, то в аркадные игры ходит играть. Автоматы, ну вы поняли. Вот. Так, тихо. Тихо-тихо. Я ж тут уже был. Давай в класс 206 ходим. Блин, я даже еще ни один ингалятор... не использовал. Там что-то есть поднять. Я подожди, я тут... Не, не был. Музычка нарастает. Ключик вижу. А. Так, зарядили. Ключик выпал, да? Что было? А, нет, ключик остался. Так, а. Че? Мы можем... Так, подожди. Ой. Мы опускаем... А чё? Так, подожди. У меня есть вот и вот.
Ничего не понял. А, ну подожди. Мы можем вот так сделать. А, о! Ага. Так. Это временно. Это очень мало. Это очень мало длится. Вот еще. А, это тоже ключ, подожди. Это опускает ключ. Это опускает... В чем прикол? А, блядь, чё, вот эту же штуку еще шевелить можно. Ща, все, легко. Я просто не увидел, что она это... Ну, может быть, короче, на одной линии, а не друг с другом. Так, попадает? Да. Тихо. Во-во-во-во! Тут все легко оказалось. Тихо-тихо. Кто же, что за идиот придумал это? Чей учитель это придумал здесь? Ключ от 202 кабинета. Спасибо, приятно. Новая цель, войти в 202 кабинет. Ща ворвемся. Привет, мужики. Тихо, наплевали, спасибо. Первый раз... Блять, так, стой. Стой, стой. Опа! Тихо, уёбываем. Так, ингалятор пошел. По пути у нас будет еще, да, будут еще ингаляторы. Один здесь. Так. И там батарейки, кстати, были. Я бы мог просто батарейки взять и не париться и убить их. Ну ладно, там у меня еще будет, так что в принципе пофиг. Главное, чтобы по пути никого еще не было. А я чувствую, что сейчас еще кто-то будет на пути моем. Ага. Так, здравствуйте. Привет. Или вернуться. Не, ну там с двумя надо будет бороться. Так. Здорово, друг. Сюда. 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 До свидания. Ай, сука, наблевал опять. Так, теперь налево. О! Пизда, братан. Тихо, 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 тихо. Так. Отлично. Теперь батарейку тут возьмем. Не зря мы ее сохраняли. И все, и в кабинет можно идти. Нормально. Даже подышим разок. Новая цель, узнать, где прячется Эмили. Так, а чё? О, тут еще кишка целая, сейчас. Так, аккуратненько. Оп, блядь, напугал чуть-чуть. Не пугай, братан. Так, берем. Это моё. Так, надо теперь как-то потушить, видимо, тут все. Есть проход какой-то, не? Так, это что за проход такой стрёмный? Куда я... О, вентиль, ничего себе, я даже не видел, куда его втыкать, но нашел вентиль. Деталь какого-то механизма. Да, действительно, какого же? Так, надо трубу. Раз, труба. Так, с той стороны есть труба. Сейчас посмотрим. Тихо. Так, блять, батарейку нечаянно взял. Ну тут стул, мы, конечно, не сможем покрутить. Да и вообще протекает, нас это не интересует. А, во. Нормально, поехали. Е-е-е-е. Нормас. Так. Эмили! Как ты тут, сука, после себя все сжигаешь? Как она проходит вообще? Эмили? Эмили! Кричит где-то. Sweet. Так. Тихо. Тихо. Она прыгать умеет. Да, Эмили, наверное, прыгать умеет, а мы присаживаемся. Страшно-то как, блин, жуть-то какая. Ой, тут два. Это этот мультик монстры был, который глаза держал. Нихуя, ля. Нормальный кач. Прокачанный мужик. Посмотрим, насколько у него прокачаны глаза. Эй, глаз открой. Глаза качал. Так. Сюда!
Так, а что за струи? А, тушить его надо, ясно. Сюда. Нормально. Ну, босс в стиле Человека-паука какого-нибудь. Сейчас рванет. Полыхает очко! Так, надо еще трубу где-то намутить. О, во. Так, сюда, сюда, сюда. Сам наступи просто. Во, во, во. Не, не хочешь сам? Блин, надо его, это, возбудить, ча. Да, блядь. Сюда! Хорош! Так, откуда эти трубы берутся вообще? Надо что-то делать, когда он раком стоит? Не, не надо, он сразу взрывается. Так, ну сейчас он в состоянии максимальных спецэффектов. Надо его не трогать. Еще труба. Откуда взялась она? Подожди. Откуда они берутся? Так, что-то не то. А, не, глазик уже есть. Пора трубу искать. Так. А, во, они просто откуда-то берутся, и все. О, потух! Ну, у него есть, знаешь, огонь в душе! Он уже почти помирает, но он его разжигает снова, он как феникс. Все, мельница началась. Это когда ты в третьем классе, но у тебя такая ярость. И враг намного больше тяжше, пора подключать мельницу. Так, я нужна Эмили. Хорошо, да, мы знаем, мы поняли. Босс изи. Так, тут можно слезть? Нет? Это что? Куда? А что она хочет? Подожди, я не понял. А, спуститься, наверное, надо. Так. Ингаляторик. Ага. Ингаляторик, ингаляторик. Так. Ну, нормально. Ну, Эмили вообще, я так понимаю, все это время уже давным-давно нету в школе. Мы за ней зря бегаем. Так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ехид. Так, все, пора. Прячьтесь, чтобы не попадаться монстрам на глаза. Пользуйтесь, ребят. Как, чтоб вы делали без меня? Попадались бы монстрам на глаза. Так, ну давай на этой моменте закончим. Эмили была в актовом зале, надеюсь, она все еще там. Вон туда нам в следующий раз идти. Прикольно. Спасибо огромное за просмотр, ставь обязательно большой палец вверх, подписывайся на канал, а если хочешь мой канал поддержать финансово, отблагодарить, так сказать, то подписочка, допустим, всего лишь от 49 рублей, там ты еще получишь эксклюзивные видео, реакции, там всякие приколы, стримы и так далее. До встречи.